Вот такое вот зрелище. Каждый день столько рыбы. Это вот здоровые рыбы. В селе Озерное из-за сброса в канал нечистот в прудах массово гибнет рыба. По словам очевидцев, сброс произошел накануне 26 апреля. Вода сбрасывается из очистных сооружений бишкекской канализации. Она уходит на полив местных полей и дальше попадает в озера, арендованные предпринимателями для выращивания рыбы. Из-за этого рыба массово начала гибнуть. Сложно даже посчитать нанесенный людям ущерб. Здесь рыбы на миллионы сомов. Видно, как нечистоты пенят. Возмущаются жители. Вот она идет, он туда вот дальше поля. Здесь вот трубу поставили люди. Вот она. Здесь вот накапливается. Видите, какая пена?